С первого взгляда эту выставку сложно отличить от других детских выставок. Такие же яркие краски, такие же изображения животных и мультипликационных персонажей. Однако за каждой картиной, за каждым мазком пластилина стоит огромная тяга к творчеству и завидное трудолюбие. Все эти работы выполнены Даниилом Лапиным. У мальчика детский церебральный паралич. Он не ходит и не говорит. Но несмотря на страшный недуг, Даниил погружен в искусство. Вместе с преподавателем Екатериной Ямовой и мамой мальчик постигает мир красок и творчества. Совместная работа приносит мальчику огромное удовольствие. Екатерина Михайловна, вот они занимаются. Я вот присутствовала два раза, так мне очень понравилось, как они занимаются внимательно. Так вот с ним все это самое. Он радуется, нравится ему этим заниматься, очень таким творчеством. Конечно, тяжело, может, в чем-то ему это, но все-таки результаты, видите, налицо. Страшное заболевание не позволяет мальчику проводить много времени с другими детьми. В основном Даниил занимается творчеством дома. 30 ноября юному художнику исполнилось 12 лет. Выставка призвана познакомить других посетителей ЦДО с талантливым мальчиком. Поскольку Даня занимается в основном у себя на дому, и те работы, которые выполняются вместе с Даней, не видит никто, поэтому появилась такая идея в честь рождения Дани организовать индивидуальную творческую выставку, чтобы как можно больше детей и вообще людей узнали об этом мальчике и о его работах. В день рождения для необычного посетителя подготовили целое представление. Поздравить именинника пришли сказочные зверушки, которых Даниил безмерно любит и изображает в большинстве работ. Также воспитанники ЦДО подарили мальчику музыкальные номера. Главный сюрприз организаторы оставили на потом. Детвора Великого Устюга поздравила Даниила открытками. С днем рождения, Данечка! Видишь, я не тебе много-много открыточек нарисовали, посмотри. Видишь, написали: «Даниил, с днем рождения!» И вот все эти открыточки я тебе отдам, а ты дома с мамой все это посмотришь. Открыток именинник получил столько, что все они даже не поместились в кадре. Так что на изучение всех поздравлений у Даниила уйдет немало времени. Тем временем с выставкой уже ознакомились первые посетители, которые с интересом рассматривали картины. Юный устюжанин своим упорством и трудом доказал, что для творчества преград нет. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».